40-летняя Виктория Бонни ведет насыщенный образ жизни. Телеведущая не всегда успевает вовремя поесть, поэтому переживает за свою фигуру. Звезда «Дома-2» в последнее время часто признается поклонникам, что мечтает поправиться. Во время поездки в Стамбул ей это удалось. Несмотря на то, что в Турции Бонни провела немного времени, она успела набрать вес. Это обстоятельство ее очень порадовало. Уезжать не хочется, но пора проворачивать делишки. Я уже в Лондоне, зато я так вкусно поела в Стамбуле, что уж точно 1 килограмм набрала, написала Виктория в Инстаграм. Она поделилась колоритными снимками, сделанными на фоне Босфорского залива. Поклонники порадовались за телеведущую. «Вика, почему так мало фоток? Смотрю Стамбул, а локация Лондон? Не поняла сначала. Но меня не обманешь? Вы мастерски позитивная и динамичная. Я в Турции только летаю, чтобы поесть и попить свежевыжатый гранатовый сок», написали фолловеры. Недавно Виктория Бонни похвасталась фигурой в мини. Телеведущая показала себя в обнимку с дочерью. Ранее звезда пожаловалась, что не может набрать вес.